Дар камней Всесоздателя. Всем привет, меня зовут Сагиров Иван. Это мой канал Мистер Кэт. Давайте начинать. Мы сейчас на Солтсхейме, и это, друзья, камень Всесоздателя. Всего их в игре 6, и сейчас я буду его освобождать. Освободить вы сможете по главному квесту Мирак. Дополнение Драгонборн. Побеждаем врага. Иди сюда. Да, даже чтобы показать вам на изи сложности, не так-то просто его одолеть. Первый раз, когда я проходил, друзья, я просто побежал дальше. Почему-то потому, что я не играл в Моровинд. Оказывается, эти камни дают еще бонус. Уникальный бонус, который можете использовать один раз в день. И этот бонус также потом исчезает. И чтобы его получить, вы должны опять вернуться к этому камню и активировать его. В данный момент это у нас камень ветра, друзья. Камень ветра. И дает какой он талант? Он дает северный ветер. Северный ветер у нас в таланте наносит целям 20 единиц урона холода в течение 10 секунд. Также уменьшает их запас сил. А ну-ка, давайте юзанем. Ого! Друзья, да это ж, по-моему, скилл самого Карстага. Да, самого Карстага, друзья. И вот, друзья, как выглядит с горы замок Карстага. Я никогда не обращал внимания, что он так выглядит. Не знаю, но более квадратно, и это действительно как будто какая-то крепость. Но, друзья, если мы вернемся в Моровинд. И вот, друзья, тот самый легендарный замок Карстага, только в Моровинде, на острове Солтсхейме. Вот, кстати, тот самый остров. И то самое, с чего все начиналось. Меня, конечно, сюда не пустят, потому что там, по-моему, нехило нужно пройти, чтобы сразиться с самим Карстагом. Но, друзья, теперь многие-многие увидят, как изначально выглядел замок Карстага. И вот, друзья, тот самый камень ветра на острове. Я, конечно, его не активировал, потому что я сначала хотел, друзья, честно хотел его активировать, потому что вот так же можно активировать. Но там нужно пройти главный сюжет, ну хотя бы не главный, хотя бы половину. И я просто застрял, друзья, на втором задании. Я просто застрял на контрабандистах. Думаю, те, кто проходили, меня поняли. Я не знаю, я просто не могу их найти. Просто не могу, извините. Так что я вам просто покажу, как они изначально выглядели. Черт, снежок пошел, так прикольно. Игра изначально была, как видите, квадратной, потому что это еще старый формат, так что не придирайтесь к этому. Следующий камень, друзья. Следующий. Освобождаем. Поехали. Используем талант первого камня. И поехали. Так, прям веселее. Отнимается. Вы обратите внимание, как у луркера отнимается здоровье, ну и выносливость. Есть. Так, стоп, а кто тут еще был? Им, по-моему, риклинги расправились, да? Член культа. Ну что, друзья, на следующем камне мы берем камень зверя. Медведя-оборотня. Медведя-оборотня, друзья, вы сможете теперь призывать таланты «Вызов медведя». Очень мощного. Я вот, честно говоря, не знаю. Вот кто сильнее, на ваш взгляд? Оборотень или медведь-оборотень? Лично мне кажется, что именно медведь-оборотень. Ну, посмотрите, какой он огромный. Давайте сейчас его немножечко потестим. Друзья, а это, угадайте, кто это? Да, это Риклинг. И черт, он сделал кувырок. Ого! Да, это те самые малыши Риклинги. И вот, друзья, камень зверя. Камень зверя в Моровинде выглядит вот так вот. Черт, хочу активировать. Ну и протестируем мы нашего оборотня, медведя на луркере. А если сейчас его призову? А ну-ка.
Он ни на кого не будет агриться? Нет, слава богу. Ого, какой ты камушек взял, дядя. Ну что ж, ребят, давайте. Давайте теперь освобождать и смотреть, что и как, и сколько урона. Так. Привет. Ну-ка, Мишка, покажи. Чёрт, уж здоровье не показывается. Ого! Ничего себе! Как-то просел наш Мишка очень быстро. Ну ладно. Ладно, видно, он принял. Что? Что это было, Такаша? Я ничего не понял. Надо будет потом посмотреть повтор. Я что, его не заметил? И здесь, друзья, мы получаем талант Камень Солнца. Да, это вспышка. Это очень мощный урон. Давайте я вам покажу. Солнечная вспышка. Огненный взрыв мощностью 100 единиц. Центром в точке, находящейся заклинателя. Чем ближе цель, тем больше урон. Ну, то есть, если мы стоим максимально близко возле Драурга, то он получает максимальный урон 1000. А дальше этот урон как-то рассеивается. Смотрится, конечно, он ярко. Да. Также, друзья, я хочу вам показать вот этот разбитый двемерский корабль, который присутствует в Моровинде, который тоже тут разбитый. Он есть, друзья, на Солтхейме в Скайриме. В новом Солтхейме. Давайте немножечко его осмотримся. Тут кто-то убитый. Какой-то даннер. Тут он у нас согрелся уже. Вау! О, черт. И вот, друзья, вот тот самый корабль с Моровинды. Господи, как это классно! Как это классно, что они это все вернули. И ты такой, вау! Даже если ты отколесил весь Скайрим, весь Скайрим, весь Солтхейм, тебе сотни часов, попробуй поиграть в Морку. Тебе будет очень приятно поиграть на острове, потому что там все будет знакомо, черт подери, там все будет знакомо, если ты не играл. Ну, помни, там очень сложно, если ты хочешь причинить себе очень жесткую боль в прохождении, то попробуй, рискни, если ты смелый. Следующий камень, друзья, освобождаем. И попробуем сейчас нанести урон солнцем. Так, привет, главное поближе. И... Слушайте, ну неплохо. Очень неплохо. Половину жизней. Черт, и по-моему я всех этих ребят перебил рядом, которые были, да? Простите, не хотел. Да, не хотел. Соратник у меня не стоит. Парочка погибла. Черт, что это было? Видели какой-то вихрь? Так я первый раз видел. Ладненько, друзья. Здесь у нас камень земли. Что же он дает? Камень земли в талантах дает нам заклинание. Игнорирует заклинатель 80% физического урона. 80, друзья. Вы понимаете, что вы здесь сразу можете получить такой колоссальный бонус. На 30 секунд 80%. То есть за эти 30 секунд вы можете справиться с любым, ну, практически с любым противником. Ну, 80% это очень крутой бонус, особенно если у вас очень хорошая защита. Представляете, как это эпично? Просто раз, и вы взяли такой вот... Да, ладно, вы его используете один раз, но, блин, это же здорово. Сейчас как раз-то опробуем. Кости земли, талант называется. Вызываем... Переключаем талант. И... Вот так вот. На 30 секунд. А ну-ка ударь-ка меня. Как-то слабенько. А теперь давай я. Даже ногой слабенько. Да, конечно же, играю на изи сложности, но все равно, друзья. Те, кто играет и понимает, что такое 80% защиты, меня поймут. О, черт, дракон! Мирак забрал душу.
Ну ладно. Ребят, теперь мы берем бонус камень воды. Вода. Она дает нам бонус под названием вода жизни. Восстанавливает 200 единиц здоровья всем, кто находится вблизи. Кстати, и оно же восстанавливает нам и наше здоровье. Ну, давайте ради примера просто проверим. Я изначально думал, что этот талант не восстанавливает мне здоровье, но он все-таки восстанавливает и мне, и ближайшим моим союзникам. Опа! Один раз такой вот здоровский хил, да? Круто! Ну и последний, камень дерева, друзья. Вы сможете получить в храме Мирака только тогда, когда пройдете главный квест Драгонборна и победите Мирака. Вы его берете, и дается очень нехилый хил. Точнее, бонус. Талант «Корни могущества». Все заклинания расходуют на 75% меньше магии в течение 60 секунд. Также один раз вы можете его использовать. Ого, друзья. Ну, то есть, например, смотрите, испепеление у меня тратит практически всю магию, но если мы сейчас немножечко подождем, используем наш талант, то тратится на 75%. На 75% меньше в течение минуты, друзья. Очень неплохо. Не, ну есть, конечно, еще талант «Секрет волшебства», который вообще не тратится в течение 30 секунд. Но, конечно, все-таки тоже интересно. Ну и это, друзья, это очень крутой бонус. Кстати, по-моему, деревня скалов. Да, это деревня скалов. Ну ладненько, друзья, на этом все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и комментируйте. Комментируйте. Спасибо вам. Спасибо и пока.